Пришел в межзвездную больницу, и что я вижу? Вот беда! Дерутся два хромых джедая! Олик, да ладно! Из-за гетьмена, господа! Слушайте прямо сейчас. Джордж Чеснокас представляет «Звездные войны». Эпизод второй справа. В углу. Вы слыхали, как поют дроиды? Эпиграф. Давным-давно в одной очень далекой галактике жили-были старик со старухой у самого синего космоса. Вдруг откуда ни возьмись маленький джедайчик, а в руке его горит розовое мыло. Неладное творится что-то в галактике нашей, мне показалось внезапно вдруг. Так что шуруй на дело, подаван гетьман с манатками своими. Ну я хоть выпью чай. Выпью чай, свет и шуруй. Хорошо, подай-ка мне меч. Что? Ты же джедай! Используй свою силу! А, ну... На! 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 Вот! Ну что, увидел мою силу? Конечно! А теперь подай меч! Эх, гетьман! А ведь нам предстоит путь в 38 световых лет и одно световое попугайское крылышко. Ведь мы послы канцлера. О, надо взять канцлерские товары, купить звездолет. Простите, нам нужен хороший звездолет. Утнинс, кинка меча со хопом обути на нуля. Чего? Он сказал Утнинс. Тинка меча со хопом обути на нолья. А, ну тогда берем. 38 световых лет и одно световое попугайское крылышко спустя. Вот она, стрёмная сторона силы. Гетьман, талантливый подаван мой. Мой посуду, гад, не отвлекайся. И вспоминай, что я учил тебя всему. Владеть мечом, вымакивать тряпочку в кефире, тыкать пюре. Но тебе еще далеко до злобного Энакина Беникена Скайуокера, который, кстати, уже угрожает республике. Эй, республика! Смотри у меня! Осторожно, гетьман! У него в руках световой меч! А у меня, по-твоему, в руках что? Экскремент представителя семейства псовых! Внимание! Эта реплика согласована с Государственным комитетом по культуре. Давай еще раз. Осторожно, гетьман, у него в руках световой меч. А у меня, по-твоему, что? Детородный орган представителя семейства моржовых? Внимание, эта реплика согласована с представителем семейства моржовых. Гетьман Барайп, сынок, что же ты медлишь? Чтобы спасти республику, ты должен быстро отрубить Скайуокеру меч. Воспользуйся своим перцовым бластером. Ну, о боже, ты перед схваткой как будто перерождаешься. Что с тобой? Ага, смотри, Скайуокер, как я превращаюсь из гусеницы в куколку. А из куколки в бабочку, да? А зачем? Обрати внимание, Скайуокер, какая я куколка. Так, благодаря гетьману, именно Энакин Беникин Скайуокер стал героем «Звездных войн», а самого гетьмана уже ждали магистры Йода, Зеленки и Лейкопластыря. Магистр, смотри, какая я куколка! Далее буде. Суперспонсор супергероя – сеть супермаркетов «Таврия В». Заказ суперпродуктов по телефону 375-375 или по суперадресу www.universam.od.ua.